Catalyst Nord. Radio Amor. A $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Начало года очень плодотворное. Так получилось, тут и аварии, и ЧП, и события. Короче, все происходит как всегда. Все очень энергично. И возникла идея после вот этого вот видео, когда с девятиэтажки снимали пожар. Идея не новая на самом деле. Абсолютно не новая. Но почему бы ее не воплотить, да? То есть, если у вас есть какое-то видео или хорошая, интересная информация, вы можете написать на сайт sirakes@inbox.lv письмо. Или приложить файлообменниками, я надеюсь, умеют пользоваться все. То есть файлообменник — это сайт, например, files.fm. Заходите даже без регистрации, закачиваете туда количество видео, любое, до 2 гигабайт. До 2 гигабайт без регистрации даже можно закачать. И просто ссылочка там вводится, там спрашивают, куда, кому послать эту ссылку. Вводите email. Сирокес, собака, сирокес.lv или inbox.lv, не столь важно. Что введете, то и будет. Вот. И я получаю это видео. Собственно. Соответственно, после этого видео проходит мою экспертизу. Если это видео будет признано заслуживающим внимания и оно будет объявлено, выложено на моем канале, соответственно, это будет отблагодарено кружечкой, календариком или там, придумаем. Кстати, дело не в призах. Надеюсь, вы понимаете, что это все не ради заработка. Это просто, как бы, вы становитесь партнерами, соавторами канала. Это прикольно, на самом деле. Потому что многие снимают видео, выкладывают в сеть, они там бродят где-то. Но это же интересно как-то в это поиграть, что называется. Мы-то все живем эмоциями. Поэтому с этого года, вот с начала года, я уже эту волну начал. Уже получил кружечку автор видео девятиэтажки. Я заказал специальные кружечки, которые так и будут называться «Я партнер Сирокеза». То есть эта кружечка будет именно, такая, с приколом. Вы мой партнер, а почему нет? А я ваш партнер. Поэтому, на мой взгляд, эта идея интересна. Я потом подумаю, может, еще что-то доработаем ее как-то. У меня есть еще такая идея, как раньше, помните, я был Delphi-репортер, и у меня есть идея такая тоже, повторить это. Это очки, но это не очень интересно, потому что это надо планомерно работать. Потому что вот с кружками, с подарками, это интересно. Почему? Потому что прислал видео, получил. А вторая версия этой же идеи, она состоит в том, что вы шлете и набираете конкретное количество баллов, за которые что-то положено. Но это надо трудоемкий процесс. Бывает, человек за всю жизнь свою одно видео толковое снимет, и поэтому он никогда не начнет не соберет количество баллов, необходимых для какой-то там винтиглюшки. Поэтому мне кажется предпочтительная вот эта идея с кружками, с календариками, там еще, может, ручки какие-то, может, я не знаю, подумаю. Поэтому давайте так, кто, уверен в своих силах, кто умеет пользоваться телефоном, большая просьба снимать только не вертикальное видео. Конечно, если кадр того стоит, и вертикалка хороша, но неужели сложно при начале съемки телефону так взять в руки? Во-первых, больше, я не за вертикальные видео, их легче обрабатывать, они интереснее смотрятся, чем эти вертикалки, где все обрезано. Поэтому, и вторая просьба, забирать свои призы, потому что я понимаю, что не все могут быстро среагировать, но всегда есть возможность связаться и сказать: я заберу тогда-то, тогда-то. Но если человек молчит и не связывается, и я этот приз вынужден, вот как календарики было 6 человека, раздарено, и только один из них сказал, что мне календарик не нужен, можете его передать кому-то. Я так и сделал. Остальные молчат, но я не могу гоняться за каждым, правда? Вы делаете свое дело, я делаю свое дело. Поэтому всем удачи, всем добра. И если есть что толковое, может, даже не видео, если будет интересная информация о каком-то событии, где что произошло, тоже это вполне возможно будет. Если на основе этой информации родится ролик, родится репортажик, все, супер. Будем партнерами. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте о призах. Их надо забирать вовремя.
Пока. Давай тогда кружку. Будет у тебя коллекция. Потом. Вот. Ну спасибо тебе за всякие там сообщения, за звонки. Куча репортажей из-за тебя сделали. Давай, удачи в новом году. Да. Рорну. Давай, спасибо за участие, что называется. Да. С Новым годом, спасибо. Со старым, со с новым, в общем, спасибо. Со всеми годами. Спасибо вам всего. Давайте, хорошо. Удачи. Давай. Ну что ж, последний календарь. Это последний календарь. Я его вручаю Андрею. Ну, за то, что он спохватился. Потому что не все могут спохватиться. Кто-то тянет, советую на будущее. Всем, кому какие-то призы есть, ну, как-то реагировать. Или хотя бы договориться, что вы его заберете, но через время. Когда человек молчит, значит, ну вот, собственно, еще раз тебе халява подошла. Привет, да. Ну давай, с Новым годом, со спасибо всеми годами. Тебе. Вешай о, и пользуйся. А то, блин, даришь подарки, не забирают. Ну все, пока. Привет! Здравствуйте. Да? Значит, смотри, нет кружки у меня это, которую я обещал. Я идея-то созрела после этого видео. Uh-huh. Я такой сижу, думаю, блин, вот ведь куча людей вот так вот видео разбрасывают. И не знаю, что с ним делать. А куда оно вообще пошло? Мне прислали с WhatsApp, нет, говорят, самое интересное, уже прошло оно по всем WhatsApp, говорит, я. И мне прислали, что типа, дураке, смотрите, я там вспоминаю. Я говорю, в смысле? Смотрю видео, думаю, где тут меня вспоминают? А в конце только. Ну, да, а Сирокез, да. Я говорю, а там жена говорит, типа, а Сирокез это типа где? Ну, а я летал как раз над мостом. Там же и получилось. В один день это совпало сразу. Мост стоял, авария. И тут горело. И мне звонят, машина горит. Я говорю, блин, я сейчас летаю над мостом, куда я полечу? И я потом уже дошел до машины. Ну, то есть, сначала, ну, короче, история такая получилась интересная. Ну и возникла идея, думаю, блин, это ж прикольно. То есть. Надо как бы такое. Ну, то есть, это ж не заработок, это просто. Не, ну да, как это удовольствие. Это у меня хобби. Хобби у каждого да. Хобби. А некоторые, наверное, не в курсе, как это делается, что это делается. Просто снял и забыл, друзьям бросил. А это гуляет. Не, самое интересное, что я прислал троим друзьям. Брату и двоим друзьям. Вот, он мне... вас номер и дал. Ну, да. Я еще думаю, главное номер. Я обычно говорю... мне звонят на другой, а тут номер ну, личный мой. То есть думаю, откуда он мой номер знает? Значит, нет, я говорю, а ты, может, скидывал мое видео? Он говорит, нет. Я говорю, блин. Мне он строитель, где там. Техника работает. Я его спрашиваю, выложить могу? Он говорит, да хрен его знает, уже говорит, все пересмотрели. Говорит, выкладывай. Да. Это с WhatsApp, там не, автора не найдешь. А я такой думаю, о, идею надо сделать. Типа автору кружку. Ну, да. Поэтому следующие кружки будут. Я типа партнер Сирокеза. Да. Ну такая, с приколом. Ну, да, ну это ж мы все. Поэтому, если желание есть, я могу это не давать. А на самом деле мне все равно. Если тебе не разницы нет, тут я пережил ковид. Даже наоборот памятнее ну, да. Будет, что 22-й год, блин. Ну да. Так что мы братья по крови. Да. Все, удачи. Спасибо большое. Спасибо.